Сегодня два или три гения было, но вот один из них, самый последний, был в шорте с КСУшкой, я помню. Шортс, вот. Секундочку. Открываем комментарии. Смотрим. Самый новый комментарий. Во. Настрелял с радаром диких и радуется. То есть это дикие боты вот такие делают мувы, по его мнению. Вот такие. Понял, братанчик. Видимо, в ПВЕ боты ЧВК с граниками вас стреляют, да? Или чё? Я просто не играл в ПВЕ, я не знаю, что там, блин. И 8. Восьмерых. Всех в угол. Он просто шутит? Да, и вот этот тоже шутит, наверное. Таких откровенных софтеров поискать надо, все знает. Вы почитайте, блядь. Вы ужаснетесь, блин. Сколько гениев в комментариях под роликами лазит. И теперь еще плюс к ним прибавятся те, кто будет думать, что все это снято в ПВЕ с ботами. В будку, что ли, зашел? Да, бот на меня уже поагрился. Есть. А? Так. Кстати, с MCX тоже хотел пробежаться. Сидели три типа в избушке. Это не три типа в избушке. Это потом напишут, что это ПВЕ, боты сидели, блин. Раньше говорили, что играем с актерами, блин. Теперь с ботами. Все стало гораздо проще. Газан. Граната. Мне? Я чуть не умер. Я на второй забежал. Слышишь, тебе хорошо. А пролетел вроде кто шире. Я не знаю, у меня не было звука. Ни падения, только бот заорал. Бегаешь ты? Я на втором бегаю. Ты там бегаешь по нему? Я внутри. Машина не уезжала. По улице кто-то бегает. Через центр бы заходить, походу. Гранату кто-то достал. Не убила. В центре. Понял. На улицу вышел, походу. Да, убегает, кажется. А может и двое. И один, кажется, у Меченки.
Сплатника туда заходит. Давай, значит. Из первого пристроя кто-то заходит, походу. СМ1. Ой, с этой СССР. Блять, черт. Пристрой? А, центр. Центр. Бил центр. Бил центр? Убил. Пристрой первого. Готовит гранату. Я готовлю гранату. Готовлю гранату. Все. Дал туда. Стои, да. Убил. Дам долгую гранату и пойду пушить пристрой первого. Пошел. Есть еще. Выбежал на улицу. В окно сейчас вылезет. Выпрыгивает в окно. Ай, убил меня. Он у запрыжки в окно. Ай-яй-яй. Куда попал, блин? Горло, темечко. Точно уж не в броню. Челюсти. Ну, тоже нормально. А, это читак. Беги. 25 кд, 100 часов в игре. Надо вводить новый тип ПВЕ, короче. Где у тебя не будет никаких ботов, тебе надо просто тупо лутаться и все. И продавать его тоже за 10. То есть я думал, что всегда думал, что в Тарков люди играют, чтобы типа вот испытать вот это чувство, что ты нашел что-нибудь ценное или квестовое, несешь его, и тут на тебя выскакивает чел. Убивает, ты раздражаешься, самоломаешь. Да нет, нет, допустим, не так. Допустим, ты его побеждаешь, там раненый, без воды, без энергии, идешь к выходу там, превозмогаешь, отдаешь квест, думаешь, фуф, давайте еще разок. И погнал еще разок. Но в большей степени, когда на тебя кто-то быстро выскакивает, а у тебя нифига нет, будет круг. Ну, обычно он и не выскакивает, давай уж тогда с этого начнем, а сидит скорее. Ну, да. Ну, вы поняли мой посыл. О, ну, духи уже бегают. В центре и в пристрое второго. На третий поднимаются. Духи? Трехи. Второй этаж. Одного убил. Грену мне кидают на первый, со второго. Я выпрыгиваю в окно. Я на улице, в магазине. Я тут же. Хилиться надо. Я за мага соступлю, похилюсь. Что-то у меня прям кровью вытекло до хрена. Ой-ой-ой, не надо! На холме какой-то, блядь. С тапалкой чел. Странный. У меня летит с холма. Отбегает. Не убил его. Убил одного. Спрячься, СВД. У меня уже, у меня притык. У меня на первом этаже чувак. Их четверо, бля. В твоей комнате был? Нет, следующий. Куда ты запрыгиваешь обычно. Угу. СВДшка еще плюс по всем. Выпрыгиваешь? Не выпрыгивает. Беги.
Какой это этаж? Первый или третий? Спасибо. Почему он смотрел на меня? Почему он смотрел на меня? Я шел без звука. Что, блядь? Втором? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Блядь, челобот. Он взорвал сам себя? Да пиздануться можно! Ой, блядь, чат, как вовремя. Ебаться в крендель, блядь. Ой, блядь. Теперь Чижика ищи, блядь, неделю. Не вовремя, чатик. На улицу вышел, что ли? Нет, не вышел. И он там прыгает-то на втором. Звуки же совершенно непонятные. Или в окно пытается вот здесь где-то вылезти. Как это вообще должен понимать? Аля. Ну вот этот чел очень странный. Он меня ждал, когда я с пристроя подходил. Хотя его друг там повсюду ходил и вообще про меня не знал. А вот этот чел всегда знал, где я нахожусь. Ну, это, скорее всего, читак. 6 кд, белый никнейм. 1800 часов. 75 попаданий. 75 попаданий, чат. Представляете? А, и попал мне 4 раза в грудную клетку без промаха, да? А тебя, кстати, кто убил? Не помнишь никнейм? Я хочу глянуть, как это было. Сейчас посмотрим, что. Не убил, и двое. Убил одного. И двое. Прячься. У меня уже... Ну да, чел просто четко пришел к Ане. Убил, и двое. Убил одного. И двое. Прячься. Меня... Но звука не было, шагов не слышно. Может быть, из-за выстрелов не слышно, конечно. А фаловские патроны вроде не спавнятся. Ой, бля. Я по боту. Кажется, бот кинул грену аккуратно на первом. Да. По центру двое бегут, медички. В центре. В ямке? Кидаю туда гранату, да. Справа обхожу через СТО. Не докинула. Тут еще два бота меня встречают.
Вижу. Двоих убил. Хилюсь за пуханочкой. По тебе? Я не слышал ничего. Выстрел был. Где? Как будто у меня в сторону твою или не твою, не знаю. И вот. Ямка вроде бы все. Убил меня! Блять! На первом этаже на лестнице будет чувак, где я сижу обычно. Вот от меня. Понял. В упоре, да? Да, 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 тоже зашел. Хорошо, хорошо. Да. Лестница прям где-то пониже или ближе ко второму этажу? Пониже, наверное. Не точно. Она уже подкатилась. У меня все плохо. Один у платника, один внутри в пристрой первом. Звуков ноль. Это где? Я в первом в туалете. А он прям на входе в туалет. Вдоль здания. Ты убил его, по-моему, нет? Нет. Если кто-то его убил, то это был не я. Ты вышел только что? Нет, 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 нет. Внутри бегает. Убил? У меня чувак! Убил меня! У магазина чувак! Да ё-моё. Я думал, это... Что за пик, чел? Фух, капец тут танки. Так что, начинаем на все на сегодня. Что-то так слабенько. Ну, что-то мне сегодня не идет, и меня прям раздражает. Блин, ты каждый раз забегаешь в одну и ту же комнату, и в одной и той же комнате умираешь прям. Так, слушай, я вообще на улице сдохла. Так, вот этого я убил с КСУшки. Его уже заграбил бот, успел, само собой. Этот Вектор бегал туда-сюда на АПшках. Горяченький борщец с салом, чесноком. Нормально, тоже неплохо. У нас, опа, фонарик внутри в ангаре. У меня сало кончилось, я все слопал. Один внутри, один здесь.
Но придется эти патрошки заряжать. Есть сорта, пригодные для жарки. И как он получается после жарки? Странно, первый раз такое слышу. Это же сыр. Какая нахрен жарка? Его на бутерброд с колбасой делают обычно. Бэмпики, да? Да, такие. Мьёльнир, походу. Либо Хамс. По надписи. Я так и думал, что он на холме сидит. А, да? Ты через кусты стреляешь? Окей. Что там, белый никнейм? Да? А, это Мосинка? Это читак. 11 кд у чувака, у которого 2 часа в игре. Найс. А почему звук был, как будто это Ахамс, если у него Мосинка? А, так это и есть Ахамс. Это он с кого-то забрал, походу, его? Или у него Мосинка стреляет 338, блядь? Что за фигня? И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.